Благодарю следующих людей за поддержку. Поддержать канал можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. В данном видео расскажу, как установить гид в Ubuntu 22.04. Сделать это достаточно просто. Необходимо лишь ввести несколько команд в терминале. Для этого открою терминал, обновлю индекс пакетов, введу пароль суперпользователя. И следующей командой установлю гид. Соглашаюсь, введя Y и нажав Enter. И гид установлен. Установилась версия 2.34. Это не самая последняя версия на момент записи видео. Доступна версия 2.44, которую можно скачать и собрать из исходников. Я же добавлю репозиторий, содержащий последнюю стабильную версию гита. При помощи следующей команды в терминале. Соглашаюсь на добавление репозитория, нажав Enter. Снова обновлю индекс пакетов. И следующей командой запущу обновление пакетов. И консоль сообщает то, что будет обновлен пакет гид. Снова соглашаюсь. Выведу версию гид. И теперь установлена последняя стабильная версия 2.43. А до этого установилась 2.34. Также, если это необходимо, можно установить графический клиент. Здесь представлено 27 графических клиентов. Я же графическим клиентом никогда не пользовался, поэтому не знаю, какой из них лучше. Если вы пользовались графическими клиентами, напишите, какой из них вам понравился больше. Для примера установлю gitg. Это клиент для просмотра git репозиториев. В следующей команде попробую найти его в репозитории Ubuntu. Он был найден и установлю его. Теперь запущу. Здесь можно настроить свой профиль в гид, сканировать домашний каталог на наличие репозиториев, клонировать или добавить репозиторий. Например, добавлю репозиторий той же самой программы gitg. Происходит клонирование. И можно просматривать ветки репозитория. На этом установка гид завершена. До встречи в следующих видео.